Эта акция завершает большой цикл благотворительных мероприятий. Все проходило в Центре коррекционно-развивающего обучения реабилитации «Стимул». В роли добрых волшебников, готовых исполнить любое желание ребенка, выступили представители жилищно-коммунального хозяйства. Сладости и всевозможные игрушки, необходимая мебель и инвентарь для учебных классов, спортивная одежда. Это не полный перечень подарков, которые работники всех предприятий ЖКХ приобрели за личные средства. Если говорить о предыдущих годах, то, конечно, мы сделали ремонт нескольких помещений, подарили обучающие компьютеры. Ну, я уже просто не называю те подарки детям, которые игрушки, которые мы сделали. В этом году мы сделали упор также на спортивных тренажерах, на обучающих играх, на компьютерах. Помогаем по обустройству территории, которая находится во дворе, в том числе и теплицу подарил наш Брест-Водоканал. Будем делать и обустройство, и беседок, и дорожек, которые сегодня в том числе посмотрели. Ну и, конечно же, игрушки детям, поскольку дети ждут сегодня и сейчас этого чуда. Вручению подарков предшествовало костюмированное представление о белорусских колядках. Подготовили утренник дети совместно с воспитателями. Сегодня в «Стимуле» обучаются 20 мальчиков и девочек с различными тяжелыми нарушениями развития. Организовать мини-представление для них – сложный и ответственный труд, но вместе с тем приносящий радость как детям, так и взрослым. С нашими шефами мы работаем уже 4 года. И мне очень радостно, что у нас есть такие шефы, которые поддерживают нас, поддерживают наших ребят особенно. Подарки наших шефов есть в домах каждого из наших детей. И, конечно же, эти подарки ощутимы для нашего центра. Мы их тоже видим каждый день. В планах продолжать помощь по ремонту зданий, по ремонту дворовых территорий, в целом по помощи, так сказать, в том числе обучающими компьютерами, поскольку дети развиваются, дети растут, занимаются в том числе физкультурой, спортом, насколько они могут. И надо в этом им тоже помогать. У «Стимула» всего один, но солидный спонсор – Брестское городское ЖКХ, в структуру которого входит много предприятий и работает не одна тысяча человек. И когда объявляют о сборе средств для особенных детей, равнодушных нет. Благодаря таким людям маленькие воспитанники «Стимула» верят, что добрые волшебники существуют, а чудеса исполняются.